Этот не хватило починить. Ну, всего ж не предусмотрен. Артём, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье можно идти. Там Унай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Гюль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? Ну что ж, попробуем. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Отлично. До встречи наверху. Идем, Дамир. Есть.
Пешким жок, мля. Никто не ходил, дураки жок. Мы стоял, стоял, каждый день стоял. Пользой жок, мля. Лучше охоту ходил. Дурак кулды кажаксы рабство брал. Стой, отдыхай, а другие работают. Куси, сука, я дыру! Убить! Куси, на! Зарафаны, свина! Бежал быстро, на почему стоял! Кто там? Чел! Вперед ходил! Чел! Что такое? Я тебя не трогал! Не убивай! Цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир.
Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне. Нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя! Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешь. Не нравится мне это, но вариантов нет. Если не уедем все в этой пустыне, рано или поздно. Удачи, Артём. Если пойдет не так, в общем, чем смогу, помогу. Смотри, смотри, идет. Это тоже. Точно. Ух, сколько же их там, не сосчитать. Нефтяники, рабы, женщины даже. Чё мочишь, на? Барон, наверное, на самом верху, в этом, как его, пентхаус, вот. Сюда давай, бля. Ты качал на того обойди, сразу к чистым двигай наверх. Не, ну Костыль, ну с хера так долго ты? О, дизель, ну ты чисто зацени, чё винт наточил у бугра мастырит, бля. Не машина, а огонь, бля. Ты чё, бля, ослеп? Не, ну ты, бля, давай тяни, бля. Дартенес, бля, фиглетя вчера кормили нам. Вали, козло, пока не подпалил тут всё, на! Надо хозяин, я не хотел! Бля, какие же они тупые! Ты мало завалил, бля! Учить тебя буду! Уроды, бля, без мозга! Мирза, пощади, не надо учить! Заткнись, да! Я тебя у лысого выиграл, а ты козлик! А у чё будешь щелкивать, да? Да, Мирза! Сейчас, не потом! Смотри, тебе, короче, по лестнице. Пройдешь хаты блатарей, потом гарем. А там уже хата самого бугра будет. Не, ну че ты там копаешься? Давай уже сюда иди. Слым, бля, что творится? Хозяйскую позу крысила, сука. Надо, бля, спросить. Прости, улым, рза. Менкины. Ты собака! А ну заткнулся! Хуже собаки! Бля, хозяин! Что происходит? Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешься. Не нравится мне это, но вариантов нет. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Удачи, Артём. Если что пойдет не так, в общем, чем смогу, помогу. Еще пять раз про эту шалаву кюль, какая падла, хоть сломана! Сюда давай, блядь! Сколько же их там, не сосчитать. Ты качал на того обойди, сразу в чистом двигай наверх. Женщины даже.
Тебе починить, расплюнуть мне! Ты того, мля, не мешай чисто. Я в угру тут мучу кое-чего, усёк? О, ты из этих гастролёров на поезде? Не, ну ты чисто зацени, чё винт наточил у бугра мастырит, мля. Не машина, а огонь, мля. Ты чё, мля, ослеп? Криво на, поправ... А не, ну ты, мля, давай тяни, мля. Дартенесна, фиг... Летя вчера кормили нам. Твою мать, вали, козла, пока не подпалил тут все на! Прости, не надо, хозяин, я не хотел! Чего мы тут вообще торчим? Что тут охранять-то? Делать мне. Не, ну че ты там копаешься? Давай уже сюда иди! Надо, бля, спросить. Прости, улым, рза. Менки. Ты собака! А ну заткнула! Хуже собаки! Вода для людей! Для хозяина! Поняла? Хозяин не знает, что хорошо. Надо сделать. Все рабы войны. Тогда бы помогал победить враг. Да, улым, рза. Теперь убрал это дерьмо отсюда! Ну ты давай по лестнице двигай! Бугор, мля, ждать не любит! И быстро, мля, смотри! Гастролер пожаловал! Бугру пятки лизать пойдёт! Ну долго ты там еще? Это чё, мля, танец? Давай, работай! О, мля, давай! Ну чё ты еле шевелишься? Ну и дура! Давай, работай! Эй, красавчик! Издалека приехал! После барона заходи ко мне, не пожалеешь. Это ты к бугру? Ну давай, чисто заваливай. И не дупли тут, бугор ждать не любит. Шалостями. Что поделаешь, наш мир жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее, нет самой жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель эта где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Ну что, Разговор, иду за тобой! Ты ответишь за все! Закрыл! Трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их!
Артём, приготовился. Нужно прикончить этот собак. Сука, бля! Вот тебе и жалкий червяк! Тёмыч, что происходит? Юй, ты слаба и ценишь слабых. Но мир живет по совсем другим правилам. Всегда побеждает сильнейший. Наша сила в единстве, в вере, сплотившей наших подопечных. И именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их, не дать им сгинуть в пустыне. Но ты, Кьют, ты смущаешь моих подопечных. Они видят в тебе некий символ. Вокруг тебя им мерещится этакая аура запретности бурнарства. Аура никому не нужных проблем. Но твоя смерть сможет ее развеять. Почему замолчала? Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись! Куда собрался, трепач? Получай, га! И дверь тебе открыть. Держись! Куда собрался, трепач? Вот ты где! Получай, ты, я смотрю, не сдерживался. О, ничего себе! Вот значит, о каком плане Гюль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается. Артём, давай поднажмем! И вот с этим его ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь... Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову. Вы дал мой народ надежда. Я это никогда не забуду.
Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Артём, нас привела сюда твоя мечта, но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артём. Иди к своей мечте. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем? Инерции мышления, заставлявшие местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и, не щадя своей жизни, служить тиранам. Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае, терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте — найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа. Мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда 5 лет было, мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедем.
А потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все. У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучила. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой. Мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает? Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может, и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут, наверху, другое дело. Я вот знаешь, что хочу? Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода теплая, за спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будет каждый день. Поднимается огромное, прямо из воды. И бухта эта — наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте, куда он рвется и где может, наконец, успокоиться. У всех наших свой. У Дамира свой. Вот подняли колпак, выпустили нас из метро, и мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим, туда ткнемся, сюда. Но каждый свою точку найдет и там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца, Артем. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. Беги, Тёма. Я еще посижу немного и приду. А мы идем! Все в лучшем виде, Артём. Айда с нами. Давай, давай! Больше страсти! Давай, давай! Молодцы! Вот!
Артём, садись ко мне поближе. Я больше не могу. Я должен предупредить насчет Степана. Он невыносим. Да прощение. Что я пропустила? Добрый. Их удивительный танец. Да, да. Не бойся, я еще увидишь. Составить... Минутку внимания. Полгода пути и 4000 километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Дамир. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в 2 днях пути оттуда. С чем я вас всех и поздравляю. Ура! 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 Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца! Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. Я беру тебя в законные супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня горе, и в радости, и в горе, и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! 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 Анна, что с тобой? Что с тобой? Ох, Катя, что она кашляет так? Катя, ну сделай же что-нибудь! Не толпитесь, ей воздух нужен! О, плохо! Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантау, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач... Сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъело. Да как ты можешь верить этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артём, на пару слов. Все нормально, Артём. Иди. Все хорошо. Что-то мне боязно. Старик, похоже, не будет ничего. Да, устроит сейчас Артема. Ну что, зятек, что делать будем? Святослав Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю, полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Но мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу стало. Совершенно верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще. Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось? Аня кровью закашляла. О, Господи! Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, его-то мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же.
Катя, ну а если вдруг, тот гад был прав, что тогда, может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Радиали хоть на край света. А в Новосибирск? Ну, 1000-2 будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на трясине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню, да, ребята. Бедная. Понимаю тебя, чего она последний день чернеет и чего. Представляю, как себя накрутила. Ну, что постановил консилиум? В общем, слушай мой приказ. Всем успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там, если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого с Ямантау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльную бурю не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. За вас! Точно! За вас! Степа, давай ту песню. Про нас. Да, крепкая штука. Этот поезд в огне, и нам некуда больше.
Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Классно, точно ведь про нас. Даже полковник имеется. Да уж точно. Пора вернуть эту землю себе, и вот еще что. Сюрпризы как на мосту, и в Ямантау нам больше не нужны. Поэтому мы вышлем вперед разведку на дрезине. Артему в помощь нужен доброволец. Я долину проверять на наличие врагов! Пожалуйста! Есть у меня подозрение, что Алёша собрался долину проверять на предмет наличия там местных амазонок. Отлично. Значит, решено. Завидую я тебе, Степан. Раз и сразу готовая семья и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо. А мы, кстати, от пеленок и не уклоняемся, товарищ полковник. Вынашиваем план завести Насте братика, если она не будет возражать. Мне лучше сестричку. С сестричкой можно в куклы играть и нянчиться. А с братиком можно играть в Спарту и спецоперации. Брось, Стём, в спецоперации, бог даст, мы отыграли. Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Вам нельзя на пенсию. Вы еще молодой. Старый я, Настена. Неправда. Вот ты говоришь, завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты есть. А у моей Ани такой умницы нет. Ну, пап. Что, пап? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал. Рукопашному бы их обучил. Стрельбе с двух рук. Я могу к вам в гости ходить. Конечно, заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя. Дочка у меня красавица, спортсменка. Ага, мастер спорта по стрельбе. Ладно, в Москве-то, согласен. Тьма, туберкулез, крысы, мутации, но тут-то, а? Все, па. Обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. Ну что, за колонию, что ли? За заселение земли и за продолжение рода. Точно! За детей! За детей! И еще один тост. За новую колонию! Пусть она растет и процветает! За новую колонию! Прямо сладко! Нектар богов! И чтоб женщин побольше прибилось! Ничего себе! Ой, Лёшка, ты как всегда. Да не волнуйся, Алёша. Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди, уверен, тоже выжили. Ну, а если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Ну, а как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И, может, даже что-то придумаем. Это да. За любовь! За любовь! Ах,
хорошо пошла! А солнышко-то... Артём, теперь твоя очередь. Покажи класс. Ох, и духота тут. И дарить ее дышлом через хорошо. Артём, садись ко мне.